Russell, then we go by then. Allow me to begin Russian. Сегодня мы отмечаем выпуск специального российско-швейцарского номера журнала «Рухарь» и «Пускай Мирии». За что и садится. Нам лестна та высокая оценка, которую вы дали в своем выступлении нашему изданию. Это наш совместный труд, это наш вклад в укрепление российско-швейцарских отношений, не только дипломатических, творческих, дружеских, отношений, которые строились не одно столетие. Я думаю, что ваши слова, они отражают и суть содержания нашего журнала. Это была специальная выписка. Я хотел бы в данном случае поблагодарить тех, кто стоял у истоков самого журнала. Журнала Третьяковской галереи. Генерального спонсора журнала Виталия Львовича Морщинского. Человек, который представляет деловой мир. Мир бизнеса. Человек, который был достоин за свой вклад в культуру двух орденов православной русской церкви, которую вручал им лично патриарх Московской Всея Руси Алексей II. Он был удостоен золотой медали Российской академии художеств. Позавчера мы вручили ему мантию гоноре скауза Фульковского института, почетного профессора. Так мы благодарим этого замечательного человека, нашего друга, за то, что он бескорыстно и преданно служит нашей культуре, служит укреплению международных связей искусства России и других стран. Я хотел поблагодарить очаровательную леди Ирину Морщинскую, президента фонда «Грани», замечательного художника, нашего старинного друга, мою... Но человека, который поразил меня своим талантом, своим дружелюбием, своим отношением к творчеству. Смотрел Войскунскую, моих друзей и коллег по редакции, всех тех, кто пришел сегодня на этот праздничный вечер. И, конечно же, благодарить посольство Швейцарии, прежде всего, банки Дисвиз, за ту неоценимую помощь, которую они оказали нам в создании этого специального номера журнала «Пускай Мирии». Естественно, благодарю своих коллег. Вот здесь присутствует заместитель генерального директора, зам директора по науке, то есть после галереи Винева Миоблева. Здесь присутствуют многие крупные наши друзья, искусствоведы Андрей Толстович, президент Российской академии художеств, журналисты, представители нашей типографии, которые блестяще справились с очень сложной задачей. И те представители Министерства иностранных дел России, которые пришли этот вечер. Прежде всего, еще раз огромное вам спасибо, спасибо за добрые слова, спасибо за участие, за вклад в наши культурные связи. Спасибо.